Здравствуйте, меня зовут Даша, и сегодня мы поговорим о смарт-часах от компании Digma SmartLine E1M и S9M. В комплектах у нас смарт-часы, руководство пользователя и гарантийный талон. А к SmartLine S9M прилагается еще и клипсы для зарядки. Благодаря качественным силиконовым ремешкам смарт-часы хорошо сидят на руке, несмотря на разницу в размерах и форме. Теперь пройдемся по функциям и характеристикам каждой модели. SmartLine E1M оснащены круглым LCD-экраном на 1,1 дюйм, литий-ионной батареей CR2032. Именно поэтому в комплекте нет клипса для зарядки, но производитель обещает в среднем до 8 месяцев работы. Модель оснащена защитой от пыли и брызг. Есть поддержка Bluetooth 4.0 и совместимость iOS 8+, и Android 4.4+. Шагомер, счетчик расхода калорий, удаленное управление камеры, уведомления о звонках и принятых сообщениях, календарь, будильник, секундомер – все это в данной модели есть, а также напоминание о низком заряде батареи. SmartLine S9M оснащены квадратным 1,22-дюймовым IPS-экраном, сенсорной кнопкой и разрешением 240 на 240 пикселей. Литий-полимерный аккумулятор на 200 мАч обеспечивает работу часов до 7 дней. Есть поддержка Bluetooth 4.0 и совместимость iOS 8+, и Android 4.4+. В этой модели список функций немного богаче предыдущей. Датчик сердечного ритма, шагомер, фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр, датчик уровня кислорода в крови, управление плеером, удаленное управление камерой, секундомер, напоминание об активности, напоминание о вызовах и сообщениях. Также здесь есть прогноз погоды и беззвучный будильник. Итак, если вам нужны навороченные часы за разумные деньги, Digma SmartLine S9M – идеальный вариант. Если же вы желаете стандартную форму часов и долгую продолжительность работы часов с ограниченным количеством функций, советую приглядеться к Digma SmartLine E1M. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь и желаю вам только приятных покупок. Эльдорадо! Людям выгодно!